Томск не покидает смог. Синоптики обещали, что со среды дымка и запах гари в городе рассеются и связывали ее появление с кострами, которые разводят дачники. Однако и дачный сезон уже почти завершен, и пожаров в лесах нет. В МЧС запах гари и смог объясняют перепадами температур, высокой влажностью и слабым ветром. И снова говорят, что ситуация придет в норму в ближайшие 2 дня. Томичи с такими погодными условиями смирились. Главное – тепло.